Когда сидит узбек, русский, еврей, обсуждают, чей бог сильнее, какой бог может сотворить чудо. Узбек говорит: слушай, это Аллах самый сильный у нас случай был, да? Мы с караваном идем через Каракум, и ветер поднялся страшный, песок, глаза, ухи, всюду песок сыпет. Страшно, совсем не видишь ничего, где верблюд, где жена, непонятно. И тут, значит, мы сели, помолились Аллаху, Аллах совершил чудо, остановил песочные бури. Вот это чудо, вот это бог. Русский говорит: что он мне рассказывает? Мы как-то с ребятами, ну, выпили. И на лодке, нормально, на парусники, в море пошли. И тут девятый вал. И нас туда, сюда, туда, сюда. Всем уже плохо. И тут мы, а Христос, Бог наш. Ну, мы сели, перекрестились, помолились Богу нашему Иисусу Христу. И, о чудо, волны исчезли, тишь, гладь, вернулись здоровые домой. Говорит: они мне будут рассказывать. Вот я вам сейчас расскажу настоящее чудо. Я в субботу возвращаюсь в синагоги. И вдруг я вижу, на асфальте лежит кошелек. Не, вот такой толстый. Из него карточки кредитные, золотые, серебряные, платиновые, какие вы хотите. Из него денег, видимо, невидимо, доллары, фунты, стерлинги, евро, все, что есть. А у меня суббота, я не могу поднять этот кошелек. Я взмолился Богу: Господи, сделай что-нибудь, столько денег зря пропадает. И что вы думаете, такое чудо? У всех суббота, у меня четверг.